Раз, два, три, четыре, пять. Вышел андроджист. Стрим провести опять. Так, качество потока среднее почему-то. А что случилось? Текущее разрешение использовать не рекомендуется. Внесите изменения. Да идите вы в жопу, блин, со своими изменениями. Сами водите, если вам надо. Не буду ничего менять. Так, ладно, сейчас подожду, пока что-то у меня с трансляцией. Нормально ли все? Раз, два, три, четыре. Так, звук есть. Отлично. Без предупреждения, без ничего. Просто сразу же завел стрим и все. Будет он недолгий. Может, кто-нибудь придет, фиг его знает. В любом случае запись будет. Если хотите посмотреть стрим без предупреждения, они, возможно, будут, просто подписывайтесь на канал. Вот и все. Значит, моделька у меня тут МТВ-82 готовится. Это то, что я буду делать в ближайшее время, так как LMH, он готов полностью. Давайте я даже это покажу. Вот 17 файл, уже в метры переведен, потому что я все модели делаю в сантиметрах. Вот оно, чудо-юдо, рыбакит, готовенький, уже ждет, хочет покатать вас. Вот она, эта моделька. В принципе, неплохо получилось. Есть еще самый первый вариант LM57. Я не знаю, он для выставки, видимо, был сделан или как. Потому что у него тут окна, они полукруглые такие. Вот эти вот, я не знаю, как они, это не фары. Или это фары, хрен поймешь. Но тут они, короче, другого вида. И здесь такой тоже полукруг в этом месте. И не знаю, может, сделают модификацию самой первой модели, может, нет. Тоже вот недавно какая-то была модель представлена. У нее вид очень офигенный, очень крутой. Но в серийную партию выйдет более простая модель. Ну вот с СЛМ, как я понял, такая же фигня случилась. Вот, все, модель готова. Ждет, так сказать, вас, чтобы покатать. Что для этого сделать, вы все прекрасно знаете. Если не знаете, то переходите в группу ВКонтакте и смотрите закрепленную запись. Вот и все. Так, продолжаем дальше. Блин, я теперь вот опасаюсь даже открывать следующую модель. Но она весит мало, 200 поликов. Но, блин, если она опять будет открывать 10 минут, то это просто печаль-беда будет. Самая настоящая печаль-беда. Вот эту модель мы открывали, наверное, минут 10. Так, потери кадров снизилось, значит, нормально все. Во время техподтормаживания, я не знаю, слышно меня было или нет. И если было слышно, то насколько хорошо или плохо. Ладно, это все фигня. Давайте сделаем как ресет. Ресетнем сначала все это дело. Да. Так, сейчас смотрю. Потери кадров. Показывает 30 FPS стабильно. Это хорошо. Так, все, вижу. Открываем 0.1. Ну, это быстро должно открыться. Что тут смешно, блин. Вот, значит, это моделька.
МТБ-82. Трамвай, если кто не в курсе, есть еще МТБ-82 тоже. У них кузов одинаковый. Ну, точнее, ну, не полностью одинаковый, нет, точно, естественно. Просто стиль кузова, можно так сказать. Это уже третий раз я пытаюсь эту модель сделать. Третья попытка. Бог любит троицу, сами знаете всю эту фигню. Но у меня уже есть небольшие предположения насчет окон. Правильные ли они, эти окна? Должны получиться, точнее, будут такие прямоугольные окна здесь. Ну, блин, вот тут немного меня смущает. Это вырез, он туда потом вдавлен будет внутрь. Меня вот смущает этот вырез, правильный он или нет. Но делаю вот по такой схеме. Поэтому не знаю, что в итоге получится, конечно. Но сейчас вроде более-менее что-то получается. Ну тут вот, кстати, как я понял, надо немного вниз опустить вот эту всю фигню. Так, берем FD, Control Points, Move и чуть-чуть опускаем. Collapse L или Collapse 2. Сейчас просто промазал немного, но в принципе это практически одно и то же делает. Ну и здесь еще сделаем, возьмем сейчас с помощью ката, вырежем. Надо только поближе масштабик. Сейчас тут себе все приготовлю. И вот таким вот макаром пилим. И вот сюда вот. Ну, естественно, вот эти вот точки нам будут подровнять, чтобы они на одном уровне стояли. Очень плохо их тут видно, но так, по иксу. Так, нет. По игреку нет. По зету дат. А, я вот эту вот точку лишнюю выделил. Вот так вот ее опустим. Вот так где-то. И вот эту точку можно удалить, потому что она нам тут не нужна. Переходим сюда. Здесь хуже видно. Да, тут видно хуже. Ну ладно, попробуем что-нибудь вырезать. Если плохо будет вырезаться, то сделаем просто немного по-другому. Так. Вот эту точку, и она тут. Нет, давайте вот это вот поправим, что вот эту немножко сюда сдвинем. Эту и эту тоже чуть сдвинем, как и эту. Ну и дальше что берем, это чик, чирик, чирик. И, естественно, с этим то же самое. А также, что мы делаем? Берем режим точек. Вот эта точка. Это.
это и это ставится по Z, чтобы у нас тут более-менее ровно получилось это дело. Тут, естественно, по-кривожопски чуть сделано. Вообще вот эти вот точки надо их немного сдвинуть. Сдвинуть вот сюда вот. Эти тоже вот сюда. И эту особенно. Ну, где-то таким вот образом. Так, смотрим дальше. Насчет этой части. Смотрю сейчас фотографии. Не, ну эта часть у меня правильно сделана. Да, она сделана правильно. Тут вопросов нету. Передняя часть, соответственно, тут тоже у меня все должно быть правильно. Модель по геометрии не такая уж и сложная. Что же мы делаем дальше? Дальше я проверяю, все ли у меня тут сделано. Это файл 0.1. И я думаю, что можно спокойно сейчас сделать файл номер 0.2. 0.2. Сохраняем все это дело. Так. И файл 0.2 подразумевает собой. Опять же убеждаюсь, что у меня все сделано. Такую штуку, как симметрию. Что такое симметрия? Симметрия — это когда складываются две половинки. Так, а флип-то не надо, что ли, лежать? Не надо вроде. Так, или надо? А это? Что-то странное сейчас происходит. Удаляем. Центр тончик ставим. Элемент. Так, сейчас шаг назад случайно нажал. Не надо так делать. Симметрию. Дубль второй. По Z. Флип. Так, по X, что ли? О, господи, что за дебилизм? Все же правильно делаю. Что ты тупишь-то? По Z, по X. Понятно. По иксу все-таки. Обязательно это переводим в ноль. Окошко маленькое такое получается. Так, вот это Sync Along Mirror. Я не совсем помню, для чего это. Кнопка. Точнее, галочка. Ну, что-то полезное. Так, тут надо галочку вернуть, потому что без нее будет не очень хорошо все это дело смотреться. Что можно сделать? Сразу же можно удалить вот эту вот линию отсюда. Дальше. Сохраняем как
03. Что мы делаем дальше? Надо бы сейчас нам сделать, знаете что? Правильно, придать объема с помощью шелла. Обычно я ставлю четверку, потому что четверка тут будет самое то. Вот такая вот толщина получается. Это не очень мало, ну и не очень много. Такая оптимальная толщина для всех моделей, можно сказать, 0,4. Дальше применяем все это дело. Детабли мыш переводим в детабли поле. Какой-то косячок тут вылез. Вот это что за линия? Это кто такая? Зачем ты тут образовалась? Backspace ее не удаляет. Сделаем тогда так, таким вот образом. С помощью бриджа заделаем эту дырку. И, соответственно, внутри точно таки. Точно таким же образом. Тоже бридж и все нормально. Вопрос в том, откуда эта дырка взялась, что она там делала. Ну ладно. Что делаем дальше? Дальше удаляем внутреннюю часть. И теперь будем работать с этой. Экструд. Внутрь. Вдавливаем. Так. С этим у меня был вопрос, насколько вдавливать надо. Вдавлю-ка я чуть-чуть вот так вот еще. Побольше. У меня сейчас есть примерно фотография. И сейчас вот по ней примерно сориентируюсь и вижу, что примерно нормально я вдавил. Давайте только уже круглим. 190 пусть будет, чуть поменьше. Ставим галочку. FFD. Control Points. Вот эти вот нижние точки захвата. И делаем таким вот образом. Все очень элементарно. Ага, вот тут, значит, чтобы не ошибиться, так вот надо чуть-чуть оставить, судя по той же фотографии. Оставляем, коллапсируем все это дело. И получается такая вот штука. Эта штука есть окно. Смотрим, ну, нормально вроде как, похоже. Ну, судя, сейчас еще увеличу. Примерно вот такой вот ракурс фотографии. Ну, как сказать, чуть-чуть много взял все-таки. Больше, чем надо. Чтобы исправить, опять же, FFD, Control Points. На этот раз только верхние точки. И чуть-чуть. Еще надо чуть-чуть сдвинуть. Ну, где-то вот так вот. Вот таким вот образом где-то. Ну, еще чуть-чуть. Вот так. Не очень глубоко. Ну, и не так, чтобы очень мало было, потом еще давайте чуть-чуть совсем. Вот таким вот макаром.
Издалека смотрим. Находим еще фотографию. Угол обзора это, конечно. Блин, вот сейчас по фотке смотрю. Такое ощущение, будто все-таки надо внутрь еще. Ладно, но пока хрен с ним, оставим так. Что у нас дальше? Дальше нам надо сделать окна. Создаем rectangle. Переворачиваем на 90 градусов. Центра по x, y, z. Так, не то схватил. Перетаскиваем. Перетаскиваем сюда. Бэк меняем на фронт. Ну, длину делаем меньше. Но это не, сейчас не самое главное. Сейчас главное задать радиус. Радиус у нас примерно вот такой, наверное. Опять же, чтобы точно понять, лучше, конечно, Alt-X-нуть и посмотреть по той же фотографии. Ну, кстати, я практически угадал. Да, вообще угадал. Просто в точку. Давайте только сделаем побольше, 110. Таблиц сплайн. И вот таким макаром. Ну, вроде правильно все. Как видите, кстати, размер немного не такой получился, как надо. Так, линейку не хочу сейчас доставать. Тейп. Давайте просто померим вот так вот. 2600. А должно быть. Характеристики. Два 550 должно быть. 2 550. То есть вот таким вот макаром должно все это дело быть. Оп. И обязательно по иксу ставим в нолик. Так, переходим дальше. Ну что остается, только скейлом уменьшить. Меньше до нужного размера. Нужный размер у нас вот такой объект получается. Affect, Pivot Center, Centered Object. По X ставим. Так, стоять. Вот теперь по X ставим 0. Вот что у нас получается в итоге. Вот эти окна, ага, они практически прилегают к этой части. Вот это удаляем. Метка эта нам не нужна больше. Сейчас мы будем работать со сплайном этим.
Так. Опять же смотрим. Вот так. И вот там вот где-то. Ну, естественно, чуть пониже. Повыше, можно немного левее отвести, и получается примерно то, что им нужно, кстати. Так. Сейчас я это окно доделаю и стрим закончу, потому что у меня есть дела сейчас. Вот это еще скопируем отсюда, чтобы посмотреть. Так, слишком жирное получается это дело, поэтому с помощью скейла можно же, можно. Но оно друг к другу не тянется. Окей. Вот так может быть. Давайте проверим сейчас. Вот теперь то, что доктор прописал. Вот теперь то, что надо. Да, определенно то, что надо. Ну что остается сделать тут? Сейчас еще посмотрю по фотографиям. Так, сейчас примерно посмотрю. То значит чуть-чуть останется это. Ну там еще резинка будет. Да, резинка же еще будет, поэтому нормально все. Ну все, значит, поехали. Кат, включаем здесь. Обязательно должен стоять вертикс. И погнали резать. Я одного не понял, почему оно не режет. Так, стоять. Не режет. Почему, когда начинается стрим, все начинает глючить? Даже кат не режет. Но он, кстати, не режет, скорее всего, знаете, из-за чего? Из-за того, что я не с того места начал резать. То есть, да, это моя вина. Оп, оп. Куда мы сюда? И вот с этого места можно начать резать теперь спокойно. Вот отсюда. Вот теперь все пошло как надо.
Переходим дальше. Там какая-то точка была, видимо. Так, все готово. Убираем. Удаляем. Удаляем. Это оставляем. Это тоже удаляем. Ничего лишнего вроде нету. Это хорошо. Так. Поехали теперь сюда. Ну и здесь все точно то же самое. Выделяйся. Кат. Троечка. Начнем отсюда. Поехали. Сюда. Отлично. Ну и последний штрих. Готово. Вот эту помогающую ректангл можно удалить. Все, это вырезано. Эта часть окон готова. Ну вот, дорогие друзья, таким образом модели делаются. Показала сегодня, конечно, очень маленькую часть того, как все это вообще происходит. Ну, как-то так вот. Запись, значит, будет. Спасибо всем тем, кто смотрел. Смешная шутка. Подписывайтесь на канал, присоединяйтесь. Скорее всего, вот если я буду стримить, то уведомления о том, что начался. Вы сможете найти только на канале на YouTube. В группе ничего не будет тише.